Всем привет, с вами Неломоб. Мы играем в игру под названием «Губка Боб. Квадратные штаны. Битва за бикини ботом». Продолжаем проходить эту игру. Я тут уже насобирал целых 27 лопаток. И сегодня я постараюсь добыть еще. Ну, возможно, даже 30. Посмотрим. Конечно же, только с вашей поддержкой в виде лайков. Мне это очень понадобится. На развитие канала. Итак, лопатка. Что тут у нас? Забираем. Мужички, игра сохранена. 28, эта лопатка у меня была еще, сохранилась, получается, когда я здесь, где я? А за что мне лопатку дали, подождите-ка. Чекпоинт, робот. Ага, меня сюда перенесло. А в чем меня сюда перенесло? Ой, тут надо, короче, шарик забрасывать. И здесь нужно, тут почему-то решетка. Так, непонятно пока что. Что тут сзади? Ух ты, трусы. Тут надо иметь Спанч Боба, чтобы это дело провернуть все. Ладно, у меня его пока что нельзя выбрать. Там где-то и можно поменять персонажа. О, вот Босс Стейшн. Давайте пойдем туда. Активируем это. Так, вот это. Вот это. Ой, робот. Босс Стейшн. Хочу на Спанч Боба поменяться. О, попробуем там головоломку разгадать. Пошел вон, робот гадский. На тебе. Получай. Так, наверх как мне подняться? Ага. Все. Ассасин Крид. Как теперь наверх? Контрольная точка. Чего? Как наверх закарабкаться? Контрольная точка. Кайты, контрольная точка. Как наверх залезть, а? Не понял. Реально, как тут наверх закарабкаться? Платформа. Я не могу снять чехлы. Что-то я туплю или что? Как здесь наверх закарабкаться? Контрольная точка. И чего мне тут на этой контрольной точке делать? Трусики вон тут блестят. Заберем трусики, к примеру. Как по стенке вверх ползти? Контрольная точка была вот там активирована, видимо. Ладно, допустим, сейчас покончим жизнь смертью храбрых. Так, этого я уничтожаю. Этого я тоже уничтожаю. Еще раз попробуем. Как мне туда выбраться теперь? Я не могу понять. Какой-то должен быть лифт, что ли. Я что-то туплю, или я реально не могу понять, как тут выбраться наверх теперь. Как не отскакивает? Как я должен наверх подняться? Давай, взрывайся. Любит он презенты он любит. Ага, с той стороны там тоже какой-то есть зацеп. А как по нему, как на ту сторону пробраться? Подождите, где я появился? А, я уже сверху появился. Не понимаю я этого момента. Честно, как я должен был тут залезть наверх, чтобы не погибнуть? Видите, там есть эти вот штуки. Ладно. Кидаем. Компьютер морского супермена. Чтобы я смог взять под контроль систему безопасности, тебе нужно нажать на все кнопки перезагрузки в русологове. Первое здесь. Понял. Нажать кнопки. Понял. Такой голос у него, Сирит, какой-то американского военного. Когда нажмешь на все кнопки, ты должен вернуться сюда, чтобы нажать на главную кнопку отключения. И ты получишь награду. Вернуться сюда. Понял. Какой у него голос прикольный. Ты меня слушаешь? Слушали, понял. Так, давай кидать. Раз. А где еще кнопки? Одну нажал. Тут закрыто. А это главная кнопка, видимо. Кнопка отключения, это главная будет. А где остальные искать, я пока не знаю, ребята. Будем сейчас разбираться. Губка Боб, нажми на все кнопки отключения системы безопасности в русологове, а затем верни сюда и нажми на главную кнопку отключения. Да я понял вас. Мистер Робот, я вас понял. Контрольная точка. Вниз мне точно не нужно. Чекпоинт. Так, здесь что у нас? Тут выход, по-моему, здесь что? Нажмите на главную кнопку выключения, чтобы отпустить мосты и попасть в систему содержания злодеев. Господи. Главную кнопку там какую-то... А как я должен туда долететь? Вы надо мной что, все издеваетесь или как? Я, может... Возможно, здесь... Я должен прийти сюда попозже. Тут внизу... Вниз падать не рекомендуется, так понял. А, коробка есть еще, вот. Открыта, а ну-ка.
Оно не перенесет меня. Ага, вот куда. Вот это уже интересно. Самое начало. Так, значит, ага. Ты мне что скажешь? Не, ничего не скажешь. Ладно, идем. Здесь мы могли еще много всякого интересного найти. Будем понемногу крутить себя, вертеть. Значит, мы с вами были вон там. Там я все понажимал. Здесь носок имеется. Вот тут я еще не был. Пойдемте в эту сторону. Тут я не был 100%. Давай, оп. Раз, два, три. Робот, пошел вон отсюда. Так, тут надо как-то опять крутить. Ага. Вот оно что. Вот, я там тупил, не знал, как там пройти. Вот оно что, тут платформа имеется, оказывается. Может вверх подниматься, может вниз. Так, в эту сторону больше не двигается, в эту двигается. Проверяю, как она еще может подвинуться. Кнопки. Подождите, кажется, кнопку нашел еще одну. Только сейчас заметил. Давайте ее клацнем. Ай, врезался. Тут еще попасть. Не попал. Кнопочка, иди сюда. Ой. Есть! Мост. Мостик сделал. Но я там не до конца все изучил. Не, давайте по порядку. Тут очень много всяких моментов интересных. Хочется, конечно же, все по максимальному поизучать. Попал? Попал. О, опустил эту платформу. Хорошо. Вот я на платформе тут кручусь и верчусь. Меня поднимают в воздух. И что здесь? Труселя. О, еще одна платформа. Так. Прыжок там что-то активирует. Что писали? Я не успел прочитать. Не успел. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Уйди прочь. Уйди прочь. С глаз долой. Боже, тут опасно. Как мне его победить? Как мне... Это надо он стоит на одном месте, он не двигается. О, получай. Так, вышло у меня... Вот робот, кстати, контрольная точка. Иди сюда. На тебе по ноге. На тебе еще. А, он все, он удирает. А там что? Ага, робот. Так, тихо. Активировал тут своих малюток. Пошел отсюда. Кыш. О, я могу его даже шаром бить. О, надо все рассмотреть. Значит, тут у нас что? Какая-то вот дорожка. А раньше ее не было. Вот я ее себе опустил, чтобы оттуда возвращаться можно было. Теперь понятно, видите, как нужно оттуда возвращаться? С помощью этой дорожки, которую я опустил бы с помощью этой штукенции. Напридумывали, конечно, идут жесть. Как напридумывали, так напридумывали. Так, это я активировал, ты активировал. Так, запускаем эту штуку, смотрим. Ой, шарик неправильно запустился. Да что ж такое? О, ничего. А, платформу опустили мне. Давай на платформу. Куда нас подымут? Поднимайте. Поднимайте меня немедленно. Так, быстро. Получай. Не попал. О, попал. Так, трусы будут? Трусов нету. Ну, замечательно. Ой, тут еще одна кнопка. Так, прыжок от правой стены. Там что-то там писало мне. Прыжок от правой стены. А что от правой стены, я не успел прочитать. Ну, что ты будешь делать? Ну что ты будешь делать? Так, идем дальше. Тут надо спускаться. Это я люблю. Аккуратно. Ой. Аккуратно. Бомбы. Нет, бомбы нам не нужны. Ай-яй-яй-яй-яй. Носок! Есть! Я и носок схватил. Вы видели, какой прыжок я совершил? Очень рискованный прыжок. А что дальше делать-то, а? Может, я все кнопки уже активировал? Как вы думаете? Что-то у меня сомнения берут. Можем пойти туда за трусиками. Сколько у меня трусов? Одни можно приодеть. Одни можно. Здорово, мужик, как тебе тут дела? Вы мой герой. Ой, ну ты такой желтый. Что с тобой случилось? Что? У меня... Я был белый когда-то. Когда-то давным-давно я был белый. Но гласит легенда, что, короче, на меня один мальчик такой, короче, непослушный. Его зовут Влад. Взял, короче, на меня белого губку написал, и я стал желтым, короче. Такая вот печальная история. Так, а что здесь? Пойдем туда, посмотрим. Топ. О, беговая дорожка. Давайте, похудение. Так, идем аккуратно. Сейчас ракеты пойдут. Пойдут ракеты. О, нет. Ракеты. Получай. Раз. Получай. Два. Так, наверх закрадываемся. Оп. Раз. Вот эта вещь. Так, вот оно, видите, что тут активировалось у меня? Подъемчик у меня тут появился. Так, а ну-ка, может быть, у нас открылась кнопочка? Может быть, у нас кнопочка открылась? Нет, не открылась.
Странно, очень-очень странно. Очень-очень странно. Кнопка не открылась. Ладно, у меня появилась некая идея. Вот сюда. А я что-то его как-то провтыкал. Чтобы это дело у меня открылось, мне нужно, наверное, этот проход зайти. И там, может быть, у меня было все нужное мне, все эти вот калитки с этими кеглями, наверное. Сейчас посмотрим. Гери, похоже, тебе удалось добраться до самых глубин руса-логова. Мяу. А как ты спустился на лифте? Ну и как мне подняться наверх? Боже, тут много этих роботов. Ты прав, наверняка эти туннели выведут меня наверх. Отличная мысль, Гэри. Так, хорошо, на тебе одобряшку от меня. Поехали. Итак, робот, раз, минус. Надо подкрадываться. Хорошо, хорошо. Так, все разбрушил, все забрал. Тут один стреляет меня. Нехороший робот. Аккуратно, аккуратно. Есть. Все разбил, все забрал. Так, все зафармил. Идем дальше? Идем. Что там активируется на меня? А, бомбочки на меня кто-то сбрасывает. Ух, какие. Чекпоинт. Так, красные кнопки. Понимаю этот моментик. Пу-пу-пу-пу. Вот труселя. Труселя, труселя. Труселя, труселя, труселя. Привет, робот. На тебе. Бумс, жопой поверху. Так, это у нас что? Опять музыкальный моментик. Музыкальный моментик. Труселя берем. Оп, нет! Эх, я думал, оно пропадет такой, знаете, на этом самом, на кураже. Оп, желтое, синее. Фух. Так, нормально, что там по жизни? Трусов у нас целая куча. 4 труселей. Так, забираем все блестяшки. Труселя нам не нужны. Так, роботы. Этих надо роботов наказывать, наверное, по бокам. Как-то. А ну иди сюда, робот с энергией. Сейчас мы тебя будем бить. И будет тебе больно. Сейчас будешь иметь длинную. Он не бьется, ребята! Я махаю своим... своей штукенцией, но не бьется. О, робот меня заметил, кажется. Иди сюда. Во-во-во. Ладно, перепрыгивай. На тебе. Ух ты, как я жестко по нему. Так, все наказал, все забрал, все получил. Идем дальше. Комбо. А вниз, если я спрыгну, что там будет? Ага, я понял, я туда пришел. Все, сориентировался. Идем дальше. Так, это как-то меняется, я не понял. Эй! Я не понял. Так, синяя. Так, синяя. Ой! А что я не... Я стоял нормально. Ой, да что ж такое? Почему оно меня бьет? Кто меня бьет? Ауч. Да ты достал, робот поганый. Ой-ой, бомбочка активировалась. Бомбочка. Так, уходим. Опасность. Еще один робот. Так, бежим. Жизнь слишком коротка, чтобы очень долго тупить. Ау! Вот тебе и пробежался! А где там чекпоинт был? Слушайте, тут как-то тяжело. Так, это надо позабирать, наверное, все. Так, чекпоинт, это все здорово очень. Только эти штукенцы меня тут наказали. Что является печалькой. Так, подождите-ка, сейчас разберемся, как тут все тут работает у них. У них, то есть. Так, на синее стал. Надо на синее постоянно стал. Ой, атакует. Надо с роботом разобраться. А то туда его, вниз. Пускай он... А его не дамажит. Почему меня бьет, а его не бьет? Так нечестно. Он, я его туда сбросил на поле танцующее, а он, короче, не дамажится. Так, какие тут у нас имеются? Синие, желтые. Тут надо прыжками как-то проходить это все дело. Ауч. Понял. Все, я понял, и все опять сделал неправильно. Оно как-то быстро все меняется, и так нечестно, короче. Я снова с самого начала. Поначалу здесь вроде бы надо... Вроде не сложно. Надо, короче, становиться по чуть-чуть. То есть на синюю, потом на... На синюю, потом оно... Потом вот сюда прыгать. Постоянно надо на синюю становиться. Потому что желтая... Видите, как происходит у нас? Ай. Ой, ноль урона получил. Бум. О, прыжок сверху, удар был. И все. Это, в принципе, первый уровень легкий, скажем так. Назовем это первым уровнем. Синяя.
синяя. Надо постоянно на синюю штукенцию прыгать. Чекпоинт! Чекпоинт, активируйся! Ух ты ж, подлый чекпоинт. Не хочет активироваться, ну ладно. Надеюсь, что он проактивировался. Надо постоянно на синие клетки прыгать, я так понял. Постоянно на синие клетки. А вы можете как-то забайтить? Иди сюда. Иди сюда. Будем сейчас с тобой сражаться. А он не летит ко мне. Ух ты, какой хитрый. Ладно, на синие клетки, да? Ой, на синие. Ау-ау-ау-ау-ау-ау. Попал? Не попал. Попал? Не попал. Добивай его, добивай. Ударчиком последним. О, фу, получилось. Трусов у меня 3 штуки. Чекпоинт. Ой, мужик стоит. На тебе шарик. Бум. По хребту ему. Он все равно запускает меня роботов. Ты, я ж не попал по тебе. Пошел вон отсюда. Иди отсюда, ковбой. Иди отсюда. Кыш, 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 кыш от меня. Так, тут можно что-то открыть. Пожите-ка, там лопатка есть. Тут есть эта самая коробочка. О, вторая. То есть там нужно было 2 штуки мне таких активировать. Хорошо, что я там... Вот, 3 из 4 внизу было в левом углу. Так, это я все активировал. Это тоже сейчас за блестяшки. И что я? Мост открыл. Угу. Ну, хорошо, что у меня блестяшек целая куча. Так, тут эти вот механизмы. Оттуда я пришел. Тут какой-то подозрительный очень проход, да? А куда он ведет? В зону крутящихся шаров. Чего? Подожди, подожди, подожди. Здесь я еще не до конца все изучил. Подожди, подожди. Подожди, обожди. Так. Подожди, обожди. Что за роботы? Не знаю, какие-то роботы странные. Роботы, вас нельзя уничтожить? Ой, нельзя, походу, вас уничтожить, да? Ой, я куда-то не туда пришел. Черт! Мне лучше реально погиб... Если там не было чекпоинта, то хорошо. Так, откуда я начинаю? Так, прыгаем сюда, сюда. Так, носочек, носочек, носочек. Вонючий носочек. Ай, ау, ау, кричит, кричит бедненький. Так, это как тут работает? Может, как-то мне надо это все обходить? Как-то аккуратно. Перепрыгивать, обходить, и все будет хорошо в моей жизни. В моей тяжелой жизни все будет хорошо. Нет, не падай. Ауч! Ой, батут, есть! Фу, а что за батут? Куда он меня отнесет? Куда? Нет! А, нормально, нормально. А, нет, 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 не нормально. Так, тихо-тихо, нормально, все-таки нормально. Значит, я по ним разочек упал. Сейчас себе хотя бы заберу. Я забрал носок свой драгоценный. Так, запущу шарик. Держи. Ой, не попал. Значит, шарик. Значит, ой, роботы, роботы, роботы. У меня не очень много носков. О, всех, все, наказал. Победил их всех. Все, я тут забрал носок, все позабирал. Можно двигаться смело дальше. Идем. Получилось все у меня. Все я сделал четко, красиво, идеально, профессионально. Так, что я, где я? Так, вот он. О, лопатка, кстати, гляньте-ка. Лопаточка. Сюда, робот. Так, по башке получаешь у нас сегодня. Там какие-то лапы стоят. Так, подожди, 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 не спешим. Во-первых, я заберу лопатку. Смотри, Юнга, под тем стеклом золото. Золото, говорю тебе, едва взгляну, аж глаза потеть начинают. Тебе просто нужно сбросить тот здоровенный шар. Сбросить здоровенный шар вот в эту чашу. Так, понял, кажется. И как мне отправить шар в лузу, мистер Крабс? Сперва запусти вот этот механизм при помощи боулинговых пузырей. Так, чтобы нажать на кнопку, понял. Удачи, Губка Боб, мой кошелек... Кошелек на тебя рассчитывает. Чего? Он мне деньги поставил? Ага, мы получим лопатку за это дело. О, это, по-моему, последнее. Нам нужно вернуться к роботу. 4 из 4. У нас открылась решетка. Как мне переместиться быстро туда к роботу этому? Я же там наверняка лопатку заработаю. Подождите-ка, а где мне нужно было? Вот здесь запустить эту вот. Мне он сказал запустить. Боже, как много всего здесь добавлено. Ты начинаешь... Нажал. Шар покатился. И куда он котится? Куда он пошел? Вот он, шарик котится. Давайте за ним следить. Смотрим внимательно. Так-так-так-так. Котится шарик, котится. Только не на мне, на голову. Бамц. Тут что-то нужно поменять, да? Шарик. Бум. Шарик. Тут нужно как-то эту штуку как-то надо повернуть. А как ее повернуть? Ага, вот. О, мы соединили. И куда оно потом покатится? Катится вот сюда. А потом куда?
И тут ударит в молот, и там что-то произойдет. Ну давайте еще раз тогда. О, тут механизмы интересные. Это обратно вернулось, по-моему. Так, вот я повернул обратно. Но на какое-то время только поворачивается, поняли? Но не навсегда. Так, сейчас следим дальше за шариком. Надеюсь, он успеет прокатиться по нему. Так, идем, смотрим, следим, следим. Вот он, шарик идет. Идет, шарик идет, идет, шарик идет. По молоту, по идее, должен попасть. А, не долетело? Что такое? Почему не хватило? Как это? Не понял. Я не понял, реально не понял. Как я должен это улучшить? Что за кнопка, кстати? Так, могу ударить, и что будет? И что? И что это означает? И зачем это я повернул? Чтоб... Ой, оно обратно повернулось. То есть я должен шарик схватить, переместить его на верхнюю часть, когда он тут попадет сюда. Ой, робот, подожди-ка, ты мне тут... Да тут такие сложности, ты что? Тут такие сложности, шарик, а ты тут меня тут с какими-то роботами достаешь. Шарик катится вот здесь. Почему он не докатился здесь до конца? Тут чего-то не хватает. Он должен врезаться в молот, но ему не хватает молот. А, стоп, не в молот. Это должно его как-то схватить. Я должен сам поэтому, наверное, ударить. Ага, вот, я должен тут шарик перехватить. Вот оно что, до меня дошло. Слушайте, интересная головоломка. Первый раз в такой игре головоломку вижу. Вначале здесь, шарик запускаю. Так, он тебе такой котится, такой шарик котится. Вот здесь я, короче... Поворачиваю эту штукенцию, тут шарик я ловлю. Он тут у меня такой котится, такой шарик котится, такой котится, такой котится, шарик, да, котится. Котится, 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 а здесь я по молоту бью. Тут я тоже его перехват устраиваю. Опч, и на верхнюю часть. Так, поместил. А здесь я тоже запускаю. И что происходит? Я не знаю, правильно я сделал? Куда? Что-то он тут долго обкатывает. Куда-то надо котиться по этим железякам, непонятно куда. А куда оно котится? Ладно, давайте на всякий случай еще раз запущу. Где оно? Во-во-во-во-во-во-во-во. Куда-куда? О, все правильно вроде бы. О, получилось! Получилось! Схватил шарик! Я схватил его! Ну и что дальше? Куда-куда-куда-куда? Робот, да пошел в баню! Тут у меня проблемы, проблемы. Я должен был быстро бежать туда, чтобы этот как-то под... Как это поднять, этот подъемчик поднять? Как этот подъемчик поднять? Как этот подъемчик поднять? Как этот подъемчик поднять? Я должен здесь просто наступить и сделать мост быстренько. А потом что? Ладно, надо всю дорожку изучить, тогда будет понятно. А то... Ой, тут молот, ой, опасный молот. Тут я должен встать и что нажать? И что произошло? Я не понял, что произошло. Я что-то актив... Я что-то активировал, но я не знаю, что. Допустим, здесь шарик пройдет. И потом должен попасть в лузу. Как сделать так, чтобы он попал в лузу? А, тут мне нужно его словить, шарик, а потом попасть и направить его прямо в ту лунку. Ничего себе, это сложно! Офигеть, головоломка! Не, ну это классно. Это они сделали очень... Только я не понял, это для чего? Для чего эта штука? За что эта штука отвечает? Я не понял. За управление этой платформой, может быть? Так, пошел вон, робот. Тут еще что-то непонятное. Вентилятор. Вниз падает, активируется вентилятор. И что-то крутит, круто-то будет крутить, дудеть. Непонятно. Но это тоже работает. Зачем эта кнопка? Вот это больше всего мне непонятно с этой кнопкой. Вот реально. Ладно, попробую до сюда хотя бы дойти. Хотя бы пробую до сюда разобраться. Ну, очень интересная головоломка, конечно. Так, итак, запускаем вначале здесь. Так, нажал. Шарик котится, шарик котится, шарик котится. И все у нас замечательно происходит в этой жизни. Запускаем вот это дело. Повернули платформу, у нас прошло дело. Тут тоже. Бум. Перехват пошел. Перехват пошел, шарик попал красиво. Красиво попал. И должно обратно мне туда как-то перебросить. Вот здесь спешить сильно не надо, да? Тут у нас, в принципе, бежишь, наверх запрыгиваешь, поднимаешь мост. Вот оно переворачивает такое пи... Надо этого робота уничтожить, слушайте, сверху. У меня робот создает только на мою голову. Так, ладно. Идем, 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 идем. Тут эти все обкаты, обкаты, обкаты. Тут довольно-таки много времени, я вам скажу. Очень так, довольно-таки много времени у нас, чтобы подумать. Попить чайку, там кофе. Вот оно идет, идет, идет.
принципе, мне кажется, можно запускать. Запускаешь? Там оно, по идее, должно схватить. А я тем временем бегу сюда, надеюсь, что оно там схватит. Оп. О, схватило. Все четко. А вот здесь зачем туда активировать? Вот это я не понял, зачем это активировать. Мост я сделал. Бомбс. Так, робот пошел вон. Зачем я это активировал, не знаю, ребята. Это я не знаю зачем. Мы тут сейчас будем ловить шарик, смотри. Вымер. Так. Бум. Нет. Это ошибка. Потерял шар. Так, хватаем. Бам. Только не в лунку, только не в лунку. Вот, давай. Получилось, кажется. Кажется, я активировал что-то. А зачем теперь? Вот это что такое? Куда он улетел? Keep it... Что-то я... О! Капсулу открыл! Ура! У меня получилось! Капсулу открыл. Я все сделал четко и красиво. И идеально. Капсула. И вот моя лопатка заветная. 30-я. Ура! Так, я очень рад, что я разобрался с этим делом. Но единственное, что мне хотелось бы сделать сейчас, это как-то с тем роботом еще разобраться. Я же 4 из 4 этих вот открыл штуки. Я могу там еще одну лопатку заработать. Но мне кажется, туда слишком долго возвращаться обратно. Может быть, этого не стоит делать сейчас. Как мне именно попасть на ту часть уровня? Я не знаю. Может быть, сейчас с тобой еще побеседую. Well done, молодец, Губка Боб. А теперь как насчет отдать старине Крабсу это золотишко? Я готов взамен дать тебе повышение. Повышение? Еще какое? Прибавлю целых 10 секунд к твоему перерыву. Вот это да! Перерыв 20 секунд! Решусь ли я? Простите, мистер Крабс. Как бы заманчиво это ни звучало, я не могу отдать это вам. Мне нужны все золотые лопатки, которые я смогу найти. Понимаю тебя, Юнга. Что ж, придется вычесть 30 секунд из твоего перерыва. О, значит, мой перерыв минус 20 секунд. Спасибо, мистер Крабс. Минус 20 секунд мой перерыв. Хорошо, но тут сделать, в принципе, нам больше особо-то и нечего. Попробую зайти в это помещение, глянуть, что там нам дальше ждет. Хотелось бы вернуться к тому роботу. Мне кажется, я там могу лопатку заработать. Главный зал. Куда меня? Какой еще главный зал? Куда? Ну, куда меня сейчас забросят? Ага, вот куда меня забросили. А почему у меня это не открыто? Я живу 4 из 4, я эти комнатки открыл, с роботом побеседую. Я восстановила управление защитной системой, вот обещана тебе награда. Вот, ты нажала все кнопки перевода в ручной режим, теперь нажимай главную кнопку выключения. И плюс лопатку мне дали, 31. А ну что будет, если я сейчас кнопку выключения бахну? Прикольно, конечно, я все сделал. И что? Игра сохранена. А, мне мост открыли, вон. Понимаете, что мне сделали? Открыли мост. Вот с этого момента мы с вами начнем следующий эпизод. Пойдем по этому мосту на следующий этап. С вами был Ниломоб, мы играли в игру под названием Губка Боб Квадратные Штаны. Увидимся в следующем эпизоде. Спасибо за лайк. Ссылка в описании на плейлист с прошлыми сериями этой игры. До скорой встречи в следующих видосах. Всем пока-пока.